Вот, давно не выходили на связь, вот решили, ну, снять небольшой, да, влог, как папа сказал уже, на наш канал. Вот, так как вскоре вас ждет, ну, наверное, много видео летней предстоящей поездке, которая будет в августе. Не знаем, когда видосы будут выходить, но постараемся снять максимально интересно, максимально живо, может быть, чтобы передать всю атмосферу, ну, отдыха летнего на море. Будем снимать там. Вот, может быть, попробуем записать какой-то автомобиль, тест-драйв какой-нибудь. Ну, это уже по возможности. Вот, а сейчас приехали в Леруа Мерлен. Вот он, который находится, ну, в Зеленограде. Вот, снимем для вас небольшое видео, влог о том, как перевести много плитки, много клея на лендровере. Посмотрим, как он, ну, будет себя вести. Таких как это условий. Все помещается в багажник. Да, как это все помещается в багажник, как это все может быть аккуратно сложить. Потому что достаточно актуальная тема сейчас. Многие, наверное, занимаются стройкой на каких-то, ну, дачных объектах, участках. Да, на загородных участках. Вот. Ну и вот мы въезжаем в подземную парковку. Ну, следующее включение, я думаю, будет в магазине уже. Mm-hmm. Поэтому что, пожелаем приятного просмотра. Он будет короткий, думаю, ну, небольшой, но думаю, что будет интересно. Закупились клеем в магазине. Вот стоим в лифт сейчас. Здесь получается где-то порядка 196 килограмм все это весит. Сейчас все это будем загружать в автомобиль. Покажем вам, как это все происходит. Едем вниз. Разложили клееночку. Вот загружа происходит. Загрузка. Загрузка. Клей в багажник. Так, где Димоныч загружает. Крупный план снимаю. Да, крупный план снимаю. Вот, вот таким образом это выглядит все. Вот эта телега. Упаковка нормальная такая, не очень грязная. Так, давай я туда. Угу. По ширине. Будешь молчать? Вот это выглядит таким образом. 196 килограмм. Да, правильно? 196. Да. Вот клееночка, сейчас мы все это накрываем. Все по фэншую, плитка, по плитка все. Коробка, ну, с плиткой весит 21 килограмм. Эти все по 25. Все, таким вот образом. В общем-то, не должно сейчас, быть сейчас. Особым таким трудом для вискаря, который там, да, поднимать так до тонны. Сиденье, спинку откини и поправь там пленочку, чтобы там не пылилось. Ничего. Сиденье откидывается сейчас, да. Ее сюда, пленку подтяни, да, а эту сюда вот, вот таким вот образом как-то наверх. Вот так вот ее. Угу. Все, отлично. Сейчас мы покажем, как он подкачается и поднимется. Ты покажи сбоку. Да. Закрывай. Ключи, да? Так, ключи даю. Вот он присел немного. Сейчас Димон заведет его. И видно будет, как он поднимется. Так, вот сейчас начинает работать левоподвеска. Вот, раз, и все как. То есть он выровнялся. Выровнялся и занял свою привычную высоту. Сейчас присел немножко опять, ну, то есть подравнялся. Ну, вот как-то так это все происходит. Вот, собственно, как бы два человека, загрузка и 196 килограмм багажник. Вот таким вот образом. Ребят, очередное включение. На таких тачках даже приезжает. 140-й старый Мерседес, видите, с обвесом Вальд, якобы весь криво покрашенный в поклевке. Ну, народ, видите, приезжает на таких тачках приобретать стройматериалы. Ну, может, он доставку оформит. Ну, диски ничего за черные, конечно. Ничего такие, в принципе. Он сам смотрится до сих пор, ничего еще. Он дискарек наш. Ну все. Парни, давайте. Ну вот едем с мешками из Леруа.
нагрузки практически не чувствуется. То есть в багажнике 200 килограмм, и плюс мы с Димоном тоже где-то под 40 оба. То есть где-то по 200. Там. Ну, пускай. Я-то поменьше. Ну да, да, да. Ну пускай там 400. То есть, ну, нагрузка в салоне. Ну, почти не чувствуется. То есть как будто он едет как будто пустой. Вот, да, по поводу качества видео хотел сказать, что снимаем на старую новую камеру Kodak ZX3. Вот, куплена была давно, но не использовалась. Вот мы сейчас попробуем как на нее снять. И как качество видео, пишите в комментариях. Ну, если не очень, там, то как бы мы будем тогда искать, что очень. то не очень. Вот. Как-то так. А, кстати, эта камера, она и подводные съемки, по-моему, да? То есть может делать достаточно такого удовлетворительного качества. Ну, вроде как удовлетворительно. Ну, почему? Мы же снимали нормально, в общем, все было. Поэтому, да, да, да. Приветствую, Димон, за рулем. Вот у нас там горят уже восклицательный знак. Колодочки. Да, колодочки дали о себе знать. Передней колодкой сработал датчик износа. На ТО поедем менять их. Пока выключаюсь.